В этом ролике я помещу случайных игроков в матрицу и буду наблюдать за их действиями. Сама же матрица будет напоминать карту GM Construct из одиночной игры, а построили мы ее вручную из пропов в админ-зоне. По сути, наша отыгровка основана на сериале «Закрытый сервер» от RG Studio, но с немного переделанным сюжетом. Посмотрим, как обычные игроки Dark RP будут на это все реагировать и, самое главное, смогут ли найти выход. А за такую идею спасибо этому подписчику. Пишите свои идеи в комментариях, самая залайканная будет исполнена в следующем ролике. Поехали. Алло, зачем меня сюда тэпнули? Че, вы мне хотя бы скажите? Не тебе РП процесс. Че за Джейк Калик и почему меня сюда тэпнули? А почему меня тэпнули? Жалобы, что ли? Я не знаю, меня просто тэпнули сюда, я сам хз. Ёлкарни. Я тебя, ебать. Что-то место какое-то непонятное. Колоссист, бля, красивый. Не, ну только тоннеля не хватает. Это все пропы? Да. Нихуя себе. Не понял. А хули я тут забыл, бля? А в смысле, а твой, что? Твой жалобу кто-то другой может. Не в смысле. Что я тут забыл? Что я сейчас жалобу новую кину примею. Админ, а кто сейчас строил? Да я хз, меня тоже тэпнули. Это знаю. Не, охуенно. Вообще, Бруно. Админ, слушай, у меня вы по логике должны спрашивать. У вас сейчас РП действие, и это если не я да, сделал, то... Ну, ладно. Телепортируйте меня обратно, пожалуйста. Микс, я сейчас кину жалобу, подожди. Мне парад надо раз. Мужики, они думают, что их телепортировал тот админ, который там влетает птицей. Господи боже. Все отходите быстрее. Он не должен узнать, что мы здесь находимся. Уходите. Твою мать. Зачем четверех человек тэпнул сюда? Блять, если это какой-то очередной материал для повода не до ютубера с 100 подписчиками по Гаррис Моду, блин. Шоник там какую-то фигню что-то для лаборатории. Я сейчас тут вызывайте фиксеров, говорю же. Вызывайте фиксеров и остановите все. Короче, типа компьютерная симуляция. Сейчас вылезем из экрана и все законы мироздания по пи***е пойдут. Так, отойдите. Хватит стрелять, идиоты. Вырубайте сервер. С ними, бля. Убивайте их, вырубайте капсулы у них. Вырубай все нахуй тут, все вырубай к чертовой матери, бля. Прописал отключение сервера. Что ж, первый запуск, как всегда, не очень удачный. Во второй версии сервера мы закрыли смотровое окно и добавили кейпад с секретным паролем. После его активации я перенесу игрока в реальный мир. Таким образом, с помощью матрицы, по нашему лору, мы будем отбирать самых умных, кто сможет решить загадку. Чё меня сюда тэпнули? Я тоже, я просто шел, меня тэпнули. Я в дом захожу, и я тэпаюсь. А может быть такое, то что из-за того, что я мэру предложил сделать мобилизацию, меня сюда тэпнули? Так это же Флотгресс. Ну как там, говорит, смотрит, такая старая, Флотгресс. Ой, а что это? Мы на ивенте, поздравляю. Что это? Ну вот так вот, мы на ивенте. А я мед варил, чё мне делать? О, это констракт. Нет, разве не Флотгресс? Нет, это вы, вот это вот здание и вон та штучка, это все констракт. Бля, мужики, они даже не знают, как выглядит Флотгресс и констракт. Они не могут просто отличить эти две карты. И они слушают какую-то говёную музыку через радио. Откуда у них вообще радио? Они могут себе заспавнить, Джейк. Они по сути в одиночной игре, но не полностью. Да, но откуда в одиночной игре радио? Кто установил мод на радио? Я. Не знаю. Понятно. К делу, ведь это серьезное видео, я даже рыгать и пердить не буду больше двух раз. Как нам говорит мистер интернет, зависимость от препаратов подразделяется на три стадии. Первая стадия психического влечения к средствам. Так, ладно, мужики, я просто не могу это слушать. Нам нужно заспавнить туда NPC, чтобы он сломал это радио. Сейчас пропишу. Задай ей команду, чтобы она пошла прямо туда к радио и начала его просто бить до того, как оно сломается. Потому что слушать это просто уже невозможно. Погнали! Можете убить меня кто-нибудь? Я не хочу тут находиться. Хватит. Перестань раз, перестань два, перестань три. Голова сия, это моя питание голоса, я комплектов поставлю за нами. Так, парни, у нас проблема, радио нельзя разбить кулаками. Смотрите, нам нужно заспавнить оружие, коробку оружия, наш NPC там их подберет. Да, сейчас сделаю.
Ебать, представляешь, тут пушка была. Может, тут еще какие-то приколы спрятал? Ошибка программы, просьба повтора. Твой NPC-шник, которому мы пытались дать оружие, короче, игрок взял за место него оружие. Пи***а! И что делать? Код ошибки выдает NPC-шник. Короче, нам нужно отправить Адама, фиксера. Так, Адам, встань за капсулой. И я тебя сейчас отправлю в симуляцию на время. Адам, можешь занимать последнюю капсулу, потому что того игрока в капсуле забанил админ на 10 минут за эфир РП. Адам! Хелфиш плачет. Хорошая работа, Адам. Все, продолжаем следить за теми чмошниками. Так, это последний игрок, который остался. Твою мать. Так, ребята, короче, нам нужны новые люди, потому что он убил себя, он самоубийство сделал. Ливнули жизни, я понял. Хорошо ты завуалировал, да. Конечно. Так, Адам, давай, находи новых, я сейчас перезапущу все. Йо, а? Что это? Что это? А, у меня на тебя жалоба, короче, фрикил. Какая да, жалоба? Ты меня убил? Стой, ты меня убил. Я стоял. Возле мэрии. Что? Ты меня убил? Блядь, нет, мэрии. Подожди. Я последние полчаса стоял просто во этот строил. Где? Стой, не уходи, лифт с разборок будет. Каких разборок? Пацаны, мы отправили симуляцию двух человек, и один из них подал на второго жалобу. Господи. Они думают, что это админ разборка. Чего? Неожиданный поворот. Че не веришь мне? А ну иди сюда, че. Лисок съел, стопа, ёп. Так, мужики, можете одну капсулу отключать, потому что там чел застрелил другого чела. Отключаю! Так, они до сих пор думают, что это строительный ивент. Они походу строят этот магазин себе. Да? Привет. А, расскажи это. Да. Нам да, много. Сейчас, да? Ты можешь спецоружие, это, допустим, арбалеты донатные. Да. У меня донатное. Только холодное. Бля, пиздец. Холодное спецоружие, всё, то есть давай. Это арбалет. Ребята, почему у нас в симуляции админ, который предлагает купить игроку донатный арбалет? Это вы? Что вам происходит? Дайте посмотреть. Так, надо фиксеры. Быстро идем за мной, фиксеры, блядь, завно. Они бегут к зданию, Ау. Ты чё, даун, что ли? Смотрите, там пропала немножко постройка, поэтому нам нужны фиксеры. Так, вы их подготовили, да? Джейк, я уже вел их на сервер. Все, сейчас они будут загружаться. Отлично. Пусть остаются заделывают, а остальные... Хорошо, я тогда буду делать. Этого, который стрелял, устранить на скин по станции из Half-Life. А Бобина? Че вы делаете? Там с симуляции вышел человек, он с симуляции вышел. Ловите его! Он разгадал коды. У кого наручники есть, почему... Блин, все фиксеры же там в симуляции. Остановись или сдохнешь. Заблокируйте проход, заблокируйте... А, короче, застрелите его. Все, стою. Сдохни, мудил. Вот отлично, все проработать. Как все было? Отлично. Так, вы выполнили свою задачу, фиксеры? Так точно. Да, они выполнили, мне доложили. Все отлично. У нас еще остался последний человек в симуляции. Ждем, когда он выберется. Или не выберется. Не, мужики, он не выберется, он думает, что это строительный ивент. Ну и пиздец. Симуляция и точка. Слушай, давай NPC-шника заспавним, Джей. Никакого NPC заспавним. А давайте сделаем вид, что он дохуя важный. Дохуя важный, и типа ему надо срочно выбраться отсюда. Слушайте, вообще-то мы пытаемся найти людей, действительно умных, и которые сами догадаются о том, что нужно покинуть симуляцию. Джейк, мы находимся на сервере, где люди играют здесь, люди играют ради того, чтобы рейдить других людей и убивать. Это все. Согласен. Мы здесь найдем адекватных и умных людей. В чем смысл? Ладно, давайте запускайте. Он умеет строить, тем более он повар, он может наготовить нам пиццы.
О, привет. Привет. О, ты тут строишь? А что ты строишь? Ну, я попытался построить здание, но больше почему-то не могу. Больше не можешь, да? Ну, типа, ну, у меня написано то, что лимит, все, конец. Это нормально? Может, типа... это как-то баг? Нормально? Это не баг, нет, это не баг, это точно. Тут, типа, лимит установлен. Какой лимит? Мы, так сказать, в одиночке. В смысле? Какой-то странный. Говори, что лимит пропов. Какое-то окно. Я не вижу никакого окна. Тавируйте окно, это ебучая, блять. Закрой. Охренеть, Николай, отложи. Каждый второй обращает внимание на это сраное окно. Зачем оно вообще здесь нужно? Блять, ну давай обойдем. Строить я больше не могу. Обойдем. Больше строить не нужно. Давай обойдем тут все. Кейпад какой-то. Ты ставила аддон кейпад? Я нет. Странно. Смотри, и что я заметил, когда сюда попал? Здесь по всей карте разбросаны числа в разном порядке. Просто по всем местам. Вот, на вот этом здании двойка. А, вот, на этом возвышенности, так сказать, отмерка. Нет, не вижу. Ты чё, слепой, блядь? Вот сейчас вот увидел. Вот это что, по-моему? У меня прогрузка. Ебать, что у тебя стоит? Что у тебя с прорисовкой? 2000 years later. Попробуй по-другому как-нибудь. Да, господи, они даже сейчас не смогли пароль ввести. Короче, выключайте сервер. Вырубаемся! Чуть-чуть появилось. Хи-хи-хи-хи. Кстати, да, наш ученый погиб, мы забыли его выключить, мы забыли вытащить его. Бля, точно! Сука, какой Николай, мы же вроде Фермас. Мы про него за... Не, не Николай, Фермас, Николай еще давно умер. Почему он умер-то, э? Что? Что это такое? А, сама... Так, это сама ивент, это... Это дрэнда, что ли, да? Типа она? Или что? Я вообще не понимаю просто, что происходит. Что, хм? Кто это? Чё? Кто? Кто это? Чё? Кто это? Чё? Чё это? Кто это? А что? Что? Где? Ебай. Зачем нас тупо, собственно? Я еще что-то ничего не понимаю. Я стою в блу и мне тут... Давай, ладно. Давайте выберемся отсюда. Это! Пацаны, мы что-то нашли, пацаны! Пацаны, мы что-то нашли! Это пин-код нужно ставить, какой пароль вон там. Слышь, не похуй, землям. Вот мы нашли тут спецназовцем. Давай попробуем. 1, 2, 3, 4, сам базу попробуем. Давай. Нужно осмотреть каждое здание. Давайте распределимся на две команды. Одна эту, другая эту. Я пойду на эту, вот туда идти. Пойду там, осмотрюсь, может там есть выход, окей? Мужики, Я часть кода нашел. За мной. Что это? Слева чуть. Вот, мужики, часть кода. А, видимо, код нужно заходить. А, 23. И куклы какие-то. Ну ладно. Куклы, видимо, не нужны. Видимо, часть кода. Закройте, блять, экран, сука. Они, кстати, догадались быстро по поводу кода. Они разделились на команды и смотрят, как его быстрее найти. Давай попробуем 23, 1, 2. У нас есть пару таких идей до кода. 2, например, 2, 3. Нет, 1, 2, 3 попробуем. Нет. О, ты подобрал, молодец, хорош. Парни, они все разгадали код. Все 4, ну, 5-й, там АФК стоит. 4 разгадали код. Держи, вяжи. Ждите. Вы прошли наше испытание. Вы действительно умные, особенно вот этот вот. Мы возьмем эти данные для улучшения нашей симуляции, для улучшения закрытого сервера, чтобы сделать головоломки еще более сложными. Я пошел. Куда ты, малой? Я не хочу. Я не хочу. Да. Можно спросить. Почему вы выбрали именно нас? Поверь, это полная случайность. Это полная случайность. А можно просьбу? Можно сейчас меня развязывать, я афганскую войну я сделаю. Короче, ладно, можете оставить вот этого Стива, он самый умный здесь, остальных просто расплавьте им мозг. Стив, дорогой, ты будешь мне побежать с консолями. Остальных хуярить можно. Загрузите их потом их мозг в систему, чтобы на их основе мы создали NPC. Как видите, закрытый сервер у нас получился своеобразный, с кучей неадекватных игроков Dark RP и тупыми админами, которые вмешиваются в РП-процесс. Так или иначе, я думаю, основную концепцию этого сериала нам удалось перенести, и вышло, по крайней мере, прикольно. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, а также пишите свои идеи в комментариях. Всем пока!